Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня будем готовить лепешки с томатом, сыром и копченой курочкой. Вот какие продукты нам понадобятся для их приготовления. Такие замечательные, золотистые, аппетитные лепешки с вкусной начинкой у нас сегодня получились. Обязательно попробуйте их приготовить, а еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!